Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы находимся с вами в новом горизонте Грейктеха и продолжаем с вами проходить данную сборочку. Ну и все, я доделал свои, так сказать, мультиблоки. Теперь у меня стоит тут два мультиблока. Попытался их соединить через одну стенку, а они у меня просто тупо-напросто не соединялись. Пришлось ставить для них, для каждого свой Control Core модуль. Ну как-то так. Ну и сегодня... подождите, еще рано. Я же не показал, как автоматизировал там все, как это все сделал. Давайте покажу, расскажу. Как видите, тут проходик меньше стал. Здесь у меня... Ой, дырочку забыл закрыть. Сейчас сразу аккуратно, красиво все заделаем. Так, и еще один блок. Не знаю, я вроде тут что-то добавлял и в итоге забыл закрыть. Ну вот, проходик. Отдельная комнатка. И здесь у меня, как всегда, такая вот... Так вот, беспорядок. Не знаю, беспорядок или порядок, но, в общем, такая вот красотища. Стоит у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сундуков. Из них 2 на одни и те же рецепты. Все остальные, ну, то есть, в итоге 7 разных у меня крафтов сейчас стоит. Сверху, как всегда, у меня кондуиты с разными цветами. Забирают из разных сундуков. А в разные сундуки тут поиграл в Тетрис, поставил тут 8 каналов, здесь 7, здесь 8. В итоге 31 канал занял. Но сейчас будет у меня 32, когда я вот тут еще один поставлю. Потому что родов прям очень-очень много. Вот у меня раз интерфейс родов, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И то здесь последний слот остался. Восьмой будет вот тут у меня стоять. Хотя, что будет стоять? Давайте сразу просто возьмем и поставим. Почему бы и нет? Можем же, можем. Только главное тут сейчас... От центральной сети это все отсоединить. Раз. Больше вроде ни с чем не соединяется. Хлобысь. И какой-нибудь проводочек. Это умный кабель. Мне вот такой нужен. Не умный. Раз, два. Ну все. Все 32 канала на экструдер я тут полностью забил. Ужас. Ну и у нас в планах теперь еще несколько мультиблоков. Я вот посмотрел, ну думаю, что тут оставлять свои машинки, вот эти одиночные, ну, в тишине. Парочка машинок-то осталось, ну еще и там, конечно, повторяются некоторые машинки. Но все же, при хорошем раскладе нам с вами нужно будет изменить что? Точнее, добавить мультиблоки какие? Катинг машин. Потому что здесь у меня уже 3 занято. И при этом уже слота нету. Там еще 2 катинг-машины. 2 катинг-машины стоят тоже. Перенести некоторые рецепты сюда нужно. Мультиблок лейза обязательно. Вот это как бы не обязательно сильно. Вот эти 2 лейза, чтобы в один мультиблок вообще шикарно было. Может быть даже хаммер или компрессор. Вот компрессор тоже бы не помешал бы, чтобы быстрее он сделал все свои рецепты. И миксер. Ну и разумеется, еще автоклава было бы неплохо. Но автоклава плюс лейс и плюс еще 5 разных машинок. Как поларайзер, где-то он тут... А, я отсюда убрал поларайзер. Вот, вместе с поларайзером, с компрессором. Это все один и тот же многоблок. Поэтому там было бы, будет попроще, по идее. Ну и сегодня давайте вот начнем, например, с катинг машины. Почему с нее? Давайте посмотрим. Напишем сюда кутинг. Кутинг. Дождемся. Но я ее выбрал. Почему? Потому что она тоже так, ну, по своей структуре, как вот экструдер. То есть такая же 3 на 3 на 5. То есть сопоставить такой мультиблок один и усмотрелся бы он неплохо вписывался. А здесь такая дорожечка одна была бы. Прикольно уже. Прикольно, кстати. Нет, тестировал уже. Работает вроде как. Так, что у нас тут с катинг машин? Вот, смотрите, 3 на 3 на 5. Точно такая же структура. 26 блоков. Там было 28, тут 26, ладно. Input bus, output bus, input hatch, energy hatch, maintenance hatch. Чё? Maintenance hatch, bus, bus, back, center. Так, ну то же самое, как и там. То есть maintenance hatch сзади будет по центру. Core модуль, muffler hatch. Все то же самое. Главное сейчас нам разобраться и посмотреть вообще, как у нас катинг машин устроены. Ну, имеется в виду, как фреймбокс его крафтится и все в этом духе. Так. Ну, давайте начнем, наверное, все-таки вот с этого. Опа.
Что-то есть у нас, это хорошо. Нам нужен каркас из таланита. А у нас есть такой? Это я по-английски пишу. Талонит. Короче, это есть. Нам только просто нашу систему нужно научить, как и собирать данную структуру. О, раньше ты что, приходил в один ассемблер, закидывал туда 4 палочки и крафтил. Сейчас же мне нужно будет прийти, найти нужный input bus и туда закидывать палочки. Блин, это, наверное, будет впервые для меня. Ну, ладно. 4. Сюда. Сюда, сюда. И давайте смотреть. Если не ошибаюсь, то у меня здесь корпуса находится. Да. Забирается по фиолетовому. Фиолетовый. Это ты? Вроде похож. Ну, тихо, тихо. Блин. 4. Да, все нормально. Забрали, переставили. Красота. Я не знаю, как моя база будет себя чувствовать после того, как я поставлю все мультиблоки. Да, я решил... Да, я решил мультиблоками позаниматься. Перевести все свои крафты из множества мелких машинок в эти в большие машинки. Почему? Потому что, ну, во-первых... С ними проще, не нужно будет новые крафтить. Просто меняешь Energy Hedge, грубо говоря, и все, и довольствуешься этим всем. Как бы хочется так. Да и вообще, чтобы быстро все создавалось, прям моментально, там, пачками большими. Чтобы было, ух, блин, зря я с пешочком пошел. Я аж забыл, что могу рецепты издалека вставлять. Ну ладно, стоп, чуть поговорили с вами. Тебе сюда. Так, какой там еще был... Плейт. Маргинг Стил. Маргин. Так. Да, вот он есть. Я просто не научил нашу систему, как делаются плейты. Но без проблем. Без проблем. Так, сюда. Откройся. Создайся. И не кусайся. А просто сдайся. Какую-то такую песенку вспомнил я. Так. Маргин. Да блин. А, подождите. Марагин. А тут у нас точно то. Марагин. Да, все верно. Записали рецепт. А, тихо-тихо. Не стил, а плейт. Что-нибудь смогу найти? Не смогу найти. Хороший вопросик. Ну, о, я же там точно специально добавлял один рецептик, чтобы я мог... добавлять издалека рецепт. Тихо, сюда. Ну и все, теперь хотя бы фреймбокс можем поставить на автокрафт. Я, наверное, скрафчу штучек 30. Потому что input басов столько не хочу делать. Все-таки это кайтинг машина, там ничего такого сложного нет. Там вообще, мне кажется, одного input баса будет более чем достаточно. Ну, мы посмотрим. Хотя, может быть, там полегче сделаем. Ну, ладно, разберемся. Так. Тихо. Ставим куда-нибудь рецептик. Куда-нибудь вот сюда. Так, катинг, так и пишем. Кутинг. 30 штучек, пожалуйста. Чего? Ты не знаешь, как создаются эти же слитки? Серьезно? Как это вообще могло случиться? Я же делал. В смысле не знаешь? А, это не то. Вот он. Так, подождите, 250. И правда не знает. Так. Мар. У нас есть такая пылечка. Давайте ее тогда. Стоп. А, это не то. Ну, ё-моё. Я не знаю, я помню, делал этот рецепт. Возможно, он просто не определился. Нам сейчас нужно тогда прогуляться, потыкать, может быть. Определиться. А то бывают такие косяки. Ужасные. Маргин сталь 350. Здесь. 250. Блин, и правда нету. А как так случилось-то? Я что, случайно удалил, что ли?
Ладно, давайте сейчас я по-быстрому сделаю этот сплав, так сказать, еще разочек. Ну, сделаю в плане то, что выставлю все пылечки и посмотрим, как оно создается. Ну что ж, продолжаем. Вроде бы поставил автокрафтик. Теперь ставим штучек 30. Давай, я в тебя верю. Что там, много ресурсов тратится? Да не особо. Создавайся. Ух. Ладно, потом поехали дальше. Ну, давайте тогда, наверное, все-таки начнем с того, что нам потребуется core-модули там всякие. Нам все равно это потребуется, поэтому крафтим тебе одну штучку. Опять же, ЗПМ. Я хочу все, чтобы было на ЗПМе. Понимаю, что это затратно, но зато будет все моментально тратиться. Не так много энергии будет тратиться, поэтому я даже не переживаю. А ты что, тебе... ЦП нет О, у меня ЦП все заняты. Окей. Чуть-чуть попозже поставим. Так, тогда. Как там басы? Штучек 8, наверное, поставим на крафт. Почему бы и нет? Хотя пусть 10 создается, не жалко. Так, output бас. Одну штучку. Ну и все, короче, все в том же самом русле. Зато, знаете, так прикольно сейчас должно, по идее, быть, очень все быстро крафтиться. Я не знаю, как это будет вообще все. И правда, будет быстро создаваться или нет. Но мы об этом узнаем чуть попозже. Хэтч. Так, Energy Hatch. Хорошо, что у меня их... Я их тогда накрафтил заранее кучу случайно. Ну да ладно. Все равно приятно. Так, Input Hatch. Ему нужно как минимум будет запитываться дистиллированной водой. Поэтому чем лучше, тем лучше. Как ни странно это звучит. Чем лучше, тем лучше. Так, смотрим еще разочек. Input Bus, Output, Input Hatch. Energy Hatch. Maintenance Hatch. Угу. Муфлер. Вот он, нашел. Создавайся. Так, и Maintenance Hatch. Готово. Так, патрибуфер ему тут не нужен, там подключусь рядом. Ну все, теперь можем заниматься с вами контроллером. Контроллер создается у нас через катинг машина 8К. Латина, туда-сюда. Да не страшно, прям вообще не страшно. А здесь, shift-клик. Что у нас есть? Опа! У нас, можно сказать, все почти есть. Ну, давайте посмотрим, чего не хватает. Не хватает ИВ-шного моторчика и того, той штучки, хорошо. Так. Конвейер. Это ЕВ. ИВ. Создайся. Моторчик. ИВ. Создайся. Ну, если честно, сегодня какой-то прям изи-крафт. Я как вспомню с этим ассемблером, как я там страдал, то сегодня прям, не знаю, за эту серию мы и соберем его, и даже автоматизируем вместе с вами. Потому что времени в вагон и маленькая тележка. Так. Конвейер. Сюда. Сюда. Записали. Собрали. Теперь тебя shift-клик. Тебя сюда. И нам не хватает 300 стали. Ну, 300 стали, 300 штучек. 4. Изи. Я не знаю вообще, как будут создаваться другие мультиблоки. Может быть, так же легко. Может быть, потруднее. Что у нас тут вода делает? Лол. Что у нас тут вода делает? Это когда было обновление, машинки же менялись, там где-то что-то расширялось, где-то что-то добавлялось. В некоторых машинках просто порезали хранилище его водички. Ну, жидкости, что внутри может храниться. И в итоге, когда пришел, например, к ассемблеру, а в нем была вода, то, ну, например, 32 ведра. Или 64 было. Я заглядывал, там уже максимум 32. А все остальные 32 были в таком вот виде. Ну, знаешь, я просто там в мусорку выкину и не буду париться. Так. У нас тут идет потихонечку создание. Стелит инготы. Сейчас у нас там застопорило все из-за того, что слишком долго создаются слиточки. А я жду контроллер сейчас за бабахаю.
Хотя у нас вот и силикон карбид тоже не быстро создается. Это прям факт. Поэтому... Ладно, бог с ним. Бог с ним. Но миксер нам обязательно нужно будет мультиблочный ставить. Потому что у меня, смотрите, раз миксер, два миксер, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Там еще девятый. Девять миксеров разного вольтажа. А тут поставить один. Закинуть все рецепты в него. Разные микросхемки. Там где-то жидкостью, где-то без. В общем, наверное, один или два миксера нам нужно будет ставить. Например, один с жидкостью будет, другой без. И подключать то рецепты. А что, было бы неплохо, думаю. Видите, анимации нету. Я отключил все анимации, чтобы мой компьютер здесь себя чувствовал прям... Ух! Задания мы, конечно, давно не занимались. Было бы классно позаниматься ими. Но давайте в первую очередь я сейчас вот проведу такой, сказать, марафон серии по созданию всех этих мультиблоков. Поставим, установим. Наша база будет себя чувствовать прям идеально. Лагов, мне кажется, будет меньше. Компактно все будет выглядеть. Будет очень быстро все создаваться. И тогда мы будем с вами продолжать. Будем двигаться по направлению к ракете, по направлению к фузионке третьей, к новым микросхемкам и так далее, так далее. Но в первую очередь хочу сделать мультиблоки. Поэтому не забывайте поставить большой палец, поддержать меня. Правда, ваши лайки очень помогают, стимулируют меня на то, чтобы я не забрасывал ГТНХ и продолжал с вами играть в него. А, у нас тут слитки эти делаются. Тут у нас очередь. Стили долго. Таланит-то быстро. Еще вольфрам подкидывается. Лол. Вот. Так. Ну, давайте тогда потихонечку здесь уже размещать что-нибудь. Energy Hatch, Input Hatch, Maintenance Hatch. Блин, неудобно сейчас будет. Хотя потихонечку, не спеша. Думаю, у нас тут все получится. Начнем, наверное... Нет, не хочу так к стеночке. Блин, слишком близко. Ууу, я все вижу! Охренеть! Блин. Ни хрена там лавы подо мной. А может, и из-за лавы. Хотя я анимацию лавы отключил тоже. Но вы видели, да сколько там лавы под моей базой. Жесть. Maintenance hatch тут. Input жидкостный здесь. Сразу вниз будет смотреть у нас. Energy hatch опять же будет вот здесь. Надо будет подвести к нему еще кабеля. Хотя давайте эти кабели сейчас и возьмем. Как там на квадах, если не ошибаюсь? Два. Мало. Дай-ка мне побольше. Да, оставь ты их. На квадах кабель. Ну, штучек 5 точно хватит. Батареечка на 131К. Значит, нам нужно будет добавить, потому что 3 ампер у нас тут появится в сети. Заряд пошел. Шикарно. Так. Давайте посмотрим тут. Басы, например, готовы? Нет. Да, input басы готовы. А output бас нужен, который не скрафтился, зараза. Да, не скрафтил. Или я не поставил на... Ладно. Ладно. Hatch. Energy hatch есть. О, muffler hatch. Прекрасно. Что-то еще тут нужно будет. А, core модуль. Ладно, так. Не отвлекаемся. Кабеля. На квадах кабеля. Хотел сказать, быстро 16 скрафтилось. Но я же не ставил их столько. Стоп. А вот это очень плохо. Это прям я не учел. Так, нам мафлер хэч нужно будет отсюда снять. Сюда. Мафлер хэч сюда. Потому что если будет блок перед ним занят, то он не будет работать. Ну, имеется в виду, Muffler Hatch не будет работать, он не будет отдавать все загрязнение. Поэтому машинка у нас перестанет работать. Поэтому нужно быть с этим поаккуратнее. Опа. Подключил. Блин, я опять там все вижу. Блин. У меня, видимо, конкрет закончился. Поэтому бетон он перестал заполнять. Надо сделать автократ конкрета. А то у меня был какой-то запас его. Но это, видимо, было его очень мало. Ну, ничего страшного. Так. Ну, ладно. Muffler Hatch сюда воткнем, почему бы и нет.
Так. Слышь, что-то работает. А что, ты работаешь? Нет? Не могу понять, что работает. Снизу. Снизу там ничего нету, сверху. Да, блин, звуки отсюда, а анимации нету, что он работает. Странно очень. Ну, ладно, не суть. Что у нас тут создается? О, пошло дело. Output bus у меня не может создаться, потому что, видимо, там огромнейшая очередь на ассемблере. И он еле... Нет? А в чем проблема? Так, мне нужен input bus со второй конфигурации. Где тут такой есть? Мне кажется, где-то там у меня косяк просто, вот он и не может создаться. Возможно так, но возможно и я ошибаюсь. Странно. Так, подождите, вторая конфигурация. Первая. Вторая. Он должен был создаться. Output bus HV. Куда он ведет его? Надо поискать сейчас. Я не помню, где это находится. А, вот он, HV. Output bus. По белому. В белый. Так, подожди, у тебя нету? Нету. Как так? Как он не создался, я не могу понять. Давайте отменим. Все остальное уже скрафтилось. Причем, смотрите-ка. Core модуль. Тебя забираем. Ой, сейчас пойдет же... Стоп. Хочу вначале output. Output bus создать. Что он скажет нам? Ну, по идее, должен скрафтиться. И если опять сейчас он тут не появится, значит, он опять в каком-то сундуке лежит. Ну, знаете, как это у меня тут происходит, бывает порой. Ой, какое быстрое создание прям всего. Прям пух-пух-пух-пух. И output bus должен был сюда прилететь. А он не пролетел. Какого черта? А если просто написать бас? Ладно, забью пока. Core модуль. ZPM-овский. Создавайся. Ух, создание-то у него вообще адское. Так, и, кстати, у нас там уже должны были слитки приготовиться. Этими слитками мы сейчас будем этот делать. Ах, главный контроллер. Как там только они называются. Откройся. А, 300-я сталька. Чего? То есть, идет создание только... Блин, он закинуть. Но тут, видимо, очередь. Ужас! Вот это очередина. Это надолго. Главное, чтобы сейчас они там друг друга не уничтожили. Но я вроде подзаботился насчет этого. Значит, солдеринг колой здесь нужно ставить уже следующего тира какого-нибудь. Чтобы он точно поспевал за нашей бластухой. Потому что она быстро это все делает. А вот он не особо. Так, кислородик здесь. Да, ладно, давайте дождемся и будем уже устанавливать. Пришло время собрать контроллер. Так, давайте Shift-клик. Нам не хватает только машины. Вставляем ручками, она сама автоматически не подставляется. И записываем в рецептик. Забираем контроллер. Ну и вроде бы все. Все, что нужно, мы с вами сделали. Все у нас есть, и пора. И пришло время уже идти устанавливать. Ну. Собрать, точнее, нашу мультиструктуру. Надеюсь, что будет все хорошо. Так, значит. Как там называются блоки-то? Ага. Катинг. 30 штучек у нас крафтилось. Надеюсь, этого нам количества хватит. Давайте вот возьмем все компонентики. И что где будет стоять.
Так как у нас вот тут труба, наверное, output bus будет с этой стороны стоять. Здесь же поставим контроллер и, ну, сам контроллер с core модулем. Ну и так, output bus сам будет стоять с правой стороны и будет несколько стоять input busов. Сюда вот поставим output bus. Думаю, 6 штучек хватит. Или чуть побольше сделать. Не знаю даже. Отлично, все собралось. У нас, конечно, еще осталось 4 блока, то я их просто скинем нафиг, 2 input баса тоже. Чё? Incomplete структура? Какого чёрта? Эй, я же... Почему incomplete структура? Ну-ка. Input bus есть, output bus есть, input hatch есть, energy hatch есть, maintenance hatch есть, core module есть, muffler hatch есть. Maintenance hatch по центру сзади. Я все правильно установил. Какого черта он не собрался? Говорит, incomplete структура. Почему? Непонятно. Да вроде все правильно я сделал. Что могло пойти не так, без понятия. Так, ну-ка посмотреть хоть сзади чуть-чуть. Прискорбно. Сижу... манипулирую, разбираю, собираю туда-сюда, и вот все равно incomplete структура. И я не знаю, почему вот именно один maintenance hatch здесь, не, вот в этой стороне, что бы Sony ставил, оно не собирается. Я не знаю, почему именно так. Может быть, вообще не рабочая структура, я не знаю. Но собрать-то собрали, мы молодцы, но, блин, буду сейчас сидеть, гуглить, интересоваться, спрошу кого-нибудь, может, кто-то собирал и подскажет, в чем дело. Но об этом уже точно не сегодня. Я сейчас займусь тем, что буду готовиться к записи к следующим сериям, потому что нужно все много блоки собрать. А вот, например, пока у меня есть время, хочу позаписывать, собрать все много блоки. Я вот тут потихонечку начал очищать местечко, как вы видите, тут нету машинок. Ну, то есть некоторые сюда поставил, некоторые отсюда нафиг убрал, в другое место воткнул. Но в итоге потихонечку расчищаю место. Как только соберется у нас катинг машин, так обязательно на одной серии мы с вами сделаем авто... Ну, короче, подключим умешечку, там, рецептики туда-сюда. Все в этом духе. Ну, а на этом буду я с вами прощаться. Надеюсь, вам... Ну, блин. Хочется сказать, надеюсь, вам понравилась серия. Сам понимаю, что навряд ли вам понравится серия, потому что не запустили даже много блок. И вот даже не собрался у нас, ну все же. Ну... Войдите в мое положение, все-таки заданий на эти машинок нету, значит еще, видимо, что-то где-то могут быть какие-то неполадочки, ну, как-то так. С вами был Милтон, подписывайтесь на канал и до скорой встречи, всем пока-пока.